Друзья, в помещении Центра русской культуры, который теперь находится на улице Гаджибекова, прошел концерт, посвященный творчеству двух композиторов Василия Соловьева-Седова и Рауфа Гаджи. Были награждены участники концерта почетными дипломами и грамотами. Мы с вами встретились на нашем замечательном концерте уже в новом здании Русского дома Василия Соловьева-Седова и Рауфа Гаджи. Эти два творческих имени мы объединили не случайно, поскольку в творчестве этих композиторов ведущее место занимает песенный Ленинград, я тебе спою за душевную песню.
Спасибо вам большое, что нашли время посетить нас.